Если убрать из школы «Войну и мир», не просто Льва Толстого, а «Войну и мир», и убрать тексты Достоевского, надо школу закрывать. А что получается, Библия легче для восприятия ребенком, чем тексты Федора Михайловича? С Библией другой вопрос. Что подразумевают инициаторы под термином «Библия»? Ветхий Завет, Новый Завет. Но вообще это противопоставление Достоевского и Библии довольно странно. Учитывая, по словам Мережковского, Достоевский был тайновидцем духа. И он основан, его многие тексты основаны на Библии. А как быть с Достоевским и еврейским вопросом, который до сих пор всех ставит в тупик? Ну, вы знаете, не надо стоять в тупике по поводу этого вопроса. Надо взять 25-й том полного собрания сочинений Достоевского и прочитать целую главу «Еврейский вопрос». Послушайте, у Достоевского изображены русские люди. Соня – проститутка, русская, Мармеладова. Убийца Раскольников – русский человек. Пьяница Мармеладов – русский человек. У Достоевского изображает русский мир. Его интересуют русские люди во грехе, падшие русские люди. Почему же вы этого не видите? Тогда Достоевского надо объявить главным русофобом русской литературы.